Пальчик свалил? Не, не свалил. Отлично. Паш, мы дальше идем или... Нет, Тём, 10 часов время. Куда мы пойдем? Ну, да, РС... У Тимура РС 12, один босс. А, ну все тогда. То есть можно идти по своим делам. Добро пожаловать, герой. Да. Вы услышали призыв... Чё, тогда обычный РТ завтра? Да. Отлично. Паш, кстати, там народ спрашивает. Шея, нам им за ГП можно, говорит, за фул за... Пиха пока не свалил, можно отжать и забрать. Да, конечно, можно. Естественно, можно. Маленькие дети, серьезно, народ. Я все понимаю, но вы очень хитро решаете, ну, блядь, давай-ка я заберу там, не знаю. Все, Пих офнулся. Он думал, это плохо. Пих сбежал. Пихта! Долго думаете, ребята, долго Че надо? А ну назад. Зачем? Отдавай шею. Шею отжимают. Вот отдавай. Все, НХ опять раздевают. Ля, тихо, зря ты там что-то сказал в микрофон. Сука. Я-то знаю, что он здесь. Надо было прикидываться, что тебя не было. Да-да-да, вот именно. И сейчас резко свет выключается у Пихи. Мы идем, раз. Доброе утро, нет? Нет, я только что спрашивал. Там в гичате было написано, Паша бежал. Вопрос, всякие роги и конты, пока не отдал шею, вы там думаете? У вас 5 секунд есть. Давай по роллу. Забирает на... Мы остальные у нас отказались. Пиха, все, я не хочу даже это обсуждать. Вот это вот человек, который там сидит по ролу, кричит, наверное, вообще будет. Бля, просто будешь, ну типа, 296 по ролу, да, заебись, пачко себе засунет, хуй, окей. Как, сука, но... дети малые, блядь. Вы видите, где ее статы? Вы видите, ее статы? Нахуй у вендору продам, блядь, сука, заебали. А народ, вот, давай, пожалуйста. Конечно, Тась, че? Манна в рот, найди меня. Понимаю. У Пихи на рот. У Пихи, по-моему, теперь плюс один враг. Почему? У Пихи все враги. Вот этого паролу, блядь, вы не представляете, у меня же глаз, сука, дергает. Спишешь? Положим. Блин, конечно, если бы Пихе сказали, что сперва списали, а потом ему вещи передавать, я думаю, точно бы у него свет вырубил. Нет, он там сам бы это провода отрубил бы. Перегрыз, да? Да, перегрыз, такой, нет, шея моя. Ладно, всем спокойной ночи. Спокойно. Какая спокойная, как ручки с импотом успокоить. По-моему, это даже лучше Пиха. Пиха, у тебя там снег должен лежать за окном. Кинь туда их. Просто передаю эмоции всех хилов, вот все этим дурачкам, которые били. Просто мы ваши души шатали, блядь. Серьезно? Чё еще а раз, еще, Пих? А еще всякие мурлоки, какие-то, блядь, гномы, которые просто стоят, блядь, где-то в сторонке, а-ля хильте меня, блядь. А в следующий раз убью на вас хуй, пидарас, и скажу, сука, хилам. Понятно, блядь? Просто Ай. Заебали. Каждый раз, сука, стоят, видят, ебаная лужа лежит. Нет, нахуй, я пойду сбоку побью. Типа, задумайтесь, сука, просто бесит. Сукины дети. Дам хила, блядь, пойдете играть. Сейчас великий чернокнижник Вильфред не попал. Как же я тебя понимаю. Пойдете играть. Готовьтесь к бою. Пих, как всегда, на первом месте. Войт, а ты задумайся, тебя реально ебашат как суку, если ты здесь. Пих, от твоей будет... горелой жопой воняет даже у меня в селе. Там про товара пойдете играть. Ух, хорошо, Пиха, блять. Просто типа фул стамина, что-то не алё. Не, стамобота не очень. Не знаю про что, ты ни разу не сдох. Потому что Пиха тебя хилил. Хилы запотели, да. Ты просто видел, сколько по тебе вшибает. Алло, дядя, задумайся. Кто вшибает конкретно?
По тебе физуха ебёт, что просто пиздос, а пивар. Киньте ему развертку просто и всё. Так это Войт, он танк, ему ты чё? Ну, как Пиха говорит, его ебёт как... Да. Его ебёт там ни магии, ничего. Его просто физуха хуечит вовсю. Так, не, такое чувство, как будто знаешь, если бы ты его не читал, он бы просто... Ты имеешь в виду... По мне 50 тысяч урона, а по кому-то 30 тысяч или что? Или о чем ты говоришь, я не понимаю. Вот типа того, да. Тебе очень, это очень, хуйня очень какая-то, мне кажется, ты ошибся. Или факты в студию. А, вон, тебе скинули. Это хуйня какая-то. Это бабушка можешь скинуть на лавочке. Бля, в школе расскажешь, что стамоботы, блядь, еще типа в этих реалиях. Я ничего не рассказывал про стамоботов, но такого, что по мне 50 тысяч, а по кому-то сколько? 30 тысяч, что такой хуй ты я не видел. Все хорошо. Ну вот и все. Так с блока. Не, лучше бы бегалось. С каким блоком? Сколько блока показателей? Это можешь спросить у варов, но типа сравнивая, смотрю. Сколько, ну, типа, атаки летает? Я играл всеми четырьмя танками и играл всеми хилами. И знаю, какие танки как бьются и кто как хилится. Ну ты посмотри, развертки, ты посмотри, блядь, как бьют. Так вот, для начала скинь развертку, где по мне по 50 тысяч тычки, а по кому-то по 30. И тогда задумаемся. А так это какая-то хуета пустая. Посмотри, я могу скинуть видео, где играл, по мне по 50 посмотри, тысяч халион бьет в РС 25 гер. Давай, сейчас тебе просто тихо. Вот. У тебя тихо, в основном что? По тебе влетают атаки ближнего боя. Я в курсе, что влетает. Войт, пих, подожди. Проблема не в том, сколько ты получаешь урона, а как часто. Понимаешь, даже если ты получаешь не 50 и 30, как говорят, а 35 и 30, даже ну, на 5 косарей больше, но ты ловишь каждый раз этот ебаный удар. Хилы заебываются тебя хилить просто. По какой причине я могу каждый раз удар этот ловить, если статы такие же? Тебя вон, развертку кинули, смотри. Вон, у тебя шмота очень мало на блок щитом. Уклон в этих инстах вообще в жопе. Кроме парирования и уклона в 5-10% у тебя ничего нет. И парировав около 28 или 25. А когда остальные и вары что? Почти подожди, забиты в блок щитом, у которых под 40, и которые еще как-то физуху эту, ну, снижают себе. Это, во-первых, скинули не физуху, а тьму на боссе, которого я танчил. Что-то еще вразумительное. Это правосудие есть? Тьмы. Это тьма, да. Ну вот. Где физуха? Смотришь, по тебе урон. Первый идет атаки ближнего боя. Дальше уже всякая хуйня. Ну ты скинь скрин или что-то там. У меня рекаунт не включен. Где там по 50 тысяч, а по кому-то по 30. Есть такое вообще? Блядь, вот, как это попросите, задолбали. У нее все логи есть. Я тебе могу скинуть видео, где я танчу Халиона. Два шамана первой каты не захиливают меня, потому что просто не хилят. И по так, 50 чё? Тысяч халион бьет. Спекается Кирс и захиливает шаман второй каты, у которого это офспек. Еще вопросы какие есть? А 50 тысяч это на какой материал? Ну халион, ну я не знаю. На какой-то, я не знаю, может на третьей фазе. А что там у вас за споры? Да тут я не знаю тоже, они тут что-то кричат, спорят. Но 50 тысяч. Ну такого деле, нету, что, блядь, по мне 50 тысяч, а по кому-то 30. Такого нету, блядь. Тась, что разреши спор, у тебя есть логи, вот, тихо, объясни ей, я... У Таси вся блядь... инфа есть. Нужно подойти поближе. А Войт это Лестон? А? Это новичок с Ордой, который пришел. Банка, а, кстати, а чё вы за угол заводили постоянно боссы? Там Тимур один раз словил как раз таки сбитие каста, и я сдох из-за этого. Обосрались, потому что... Если бы я был какой-то хуёвый танк, неподходящий для танкования, то я бы, наверное, не затанчил ни роботов там, ни аларов.
а все это затанчено. Могу скинуть видео, если есть какие-то вопросы. Бля, вы не воспринимаете все с таким вообще вот. Ну так надо понимать, почему человек говорит, что по мне 50 тысяч, а по кому-то 30. Я такого не видел ни разу. Все танки падают, без исключения. Я могу это объяснить Пихе в другом канале. Возможно, это одна из причин. Но если Тася скинет развертку, мы посмотрим. Какая развертка вам надо? Физических. Да, физа, да сейчас физа-так. На Келе нечего, как, нечего какие развертки смотреть. Надо на других боссов смотреть. Ну тебе говорили то, что на Келе у тебя ебало отлетало. Вот, тебе только что сказали, что тебя прошибает, ты просил кинуть развертку, а Кель говоришь, не надо бросать. А это теперь... Кель. Потому что изначально мы с ним говорили о всех боссах, он говорит, на всех боссах в целом нет, тебя прошибает. Нет, он тихо-тихо, Войд, он, это еще, он сказал, это именно еще на Келе у тебя ебало отрывало, Войд. Тебе начали говорить, что именно на этом боссе тебя убивают? Да. Ты сейчас переплетываешься, ты нормальный? И ты сейчас просто заднюю даешь. Кто переплетывает, даешь. А босс-лопату не откидывает никак? Не пробивает он вообще, медведь. Да? Он и медведь. Что? И что? Там щита нету, это раз. Он все лицом ловит, это суть медведя. И что, ты хочешь сказать, я блок не прожимаю или что? Или тебе видео скину? Тебе говорят, что ты забит в стамобот, в стамину, фулл стамину. У тебя нонсеты дерьмовые, ты собираешься под босса дерьмово, ты забит дерьмово, тебе вот что говорят. Да в смысле дерьмово, ты уверен в этом? Уверен, и Гуннер уверен, все уверены. Ну вот, сколько у тебя показателя блокирования? Сейчас. Давай, посмотри. Пообщайтесь с Гуннером. 3500. У нас специально протики перебивали. Вот, 3200. Что ты хочешь? Весь контент. Я что? Не я говорим, у нас за блоки, у нас за показатели. А за что ты говоришь? Вы учитываете, что у него A-level ниже, чем у других там? Да похуй на A-level. Какой A-level? Не брюли, не A-level. У него A-level ниже, за то, что он носит кольцо сопротное на боссе, треньки дерьмовые. Когда его физой били, он носил все на сопрот. Ты уверен? Ты посмотри, может, видео. Я дел на этого босса, какие трини. Ты вот сначала посмотри, а потом говори, что я что-то не так делаю. Или сделал. Тебе Мейн Хилл, который топ ХПС, говорит, что тебя слишком сильно пробивает. Какие тебе еще доказательства нужны? Расскажи. Блять, какие доказательства тебе? Я не упал, бас лопата упал. Какие доказательства тебе надо? Ну, может, потому что тебя... Хилл запотел, поэтому ты не упал. Как бы да, там Пиха потел, блять, не в себя и пытался прохилить тебя, чтобы ты не упал. Давайте не будем забывать, что я поймал, блять, руну на 80% урона босса и второй стак печати, и все это за 0.3. Давай конкретно ближе к делу, что ты хочешь? Что ты хочешь? Ребят, ну вы что такие агрессивные, это правда? Не, я не понимаю, схуя ли ты говоришь, что я хуёво забит? Я фулл контент бы не затанчил, если бы я хуёво был забит. Говорят тебе про фулл контент, блять, ну реально, смотри, у нас вот есть два протика, ну то есть товарищи тоже... Вы не можете просто посовещаться, спросить, блядь, вот там, почему там по тебе меньше прилетело? Можешь что-то по статовке подгадать, подкорректировать? Это а обязательно может быть, может... есть такая кнопочка «Смотреть персонажа», может быть, там можно шмот посмотреть? А может, можно задуматься, что шмот у меня еще не выбит кое-какой, и приоритета еще нету? Или нельзя об этом подумать? Надо сказать, что я хуево забит или что? Вот, пообщайтесь, блядь. Ну вот и пообщались. Товары там сидят с R290-м, блок щита добавляется, рейтинг этот, показатель апается. Когда печеньку освещаешь с Ока Гер. У меня этой хуни еще нету, я всем уступал. Мне тоже нету. Ну, чё? А у одного про товары я смотрел, там чё? Есть. И шмот на броню, и блок есть, и перчатки, и тапки. У тебя два спека одета нормально, и ты сейчас говоришь, что ты не успел собрать вещи, ты серьезно? Король Лич понес тяжелую победу. Меня больше что-то... Не знаю, меня больше повеселило то, что сначала он говорил, что где я хуевый танк, где я это, а теперь он говорит то, что типа, ой, я не собрался, ой, я это. Так ну, ты да посмотри ладно. Видео, тебе скинуть, как робот это. Войд, ты поговори с Гуннером, тебя научат, так а что там говорить, 10 стаков я танчил на роботе.
Десятый стак меня не убивает. О, господи. Тебя про котов говорят, ты, блядь, про собак, нахуй. Ну, что ну ты, так блядь... охуяли ты говоришь, что хуёво я забит, если я так... Я вообще ничего не говорю, просто поговори с Гуннером. Он в твою сторону сейчас ничего не говорит. Что там Гуннер говорил в мою сторону? Да, блядь, ты, блядь, дурак, нахуй, или где? Ну, может быть, Дима, лучше как-то будешь общаться. Ой, я блядь. Вот сейчас просто в инсте нахожусь, бью тут трэш, и ты мне говоришь, что я дурак. Мы просто говорим... А почему ты говоришь, что я дурак? Как ты это решил? Славян, ебать, Славян, тебе просто человек сказал... Давай нормально пообщаемся, или вы не умеете нормально общаться? Тихо. Сейчас, сука, раздаму ты, тихо. Да вы успокойтесь. На самом деле, чтобы Андреса из себя вывести, чтобы он начал человека, я вообще такого ни разу не... Но ты мысль не понимаешь, что он пытается тебе донести. Нет, его просто задело то, что его назвали хуевым танком. Он почему на агрессии? Мы убили босса, так, тебе сказали, ну, так мы убили босса, такая... тем более. Да ты выслушай сначала. Тебе Хилл сказал, ну, блядь, по тебе летит, посмотри свой шмот там и так. Ты, ну, сразу начал, схуяли, по мне летит и так далее. Ты что, ну, я не вижу, что там сейчас сделать на данный момент, чтобы летело меньше. Да, надо пухов, ну, по доказательству развертки. Вот так вот просто говорить, что летит, да, да, конечно, блядь, да так любой может говорить. Давайте говорить по одному. Спасибо. Да. А вот это была развертка, то ли у Таси, то ли у кого. Я вообще развертки входящего. Входящего минусного урона. Во-первых, боссы разные там. И танки разные шмоты одевают. То на резиск, то что. Это на келе. Надо смотреть другого босса какого-то. Там Халеона, например, или Лича. И открывать конкретно. Танчит какой-то там Гуннер, и по нему летит 30 тысяч. И танчу я, и по мне 50 тысяч. Вот после этого будет, есть будет о чем задуматься. Сейчас я не понимаю это, каких-то вот этих предъяв, что я хуёвый там какой-то. Так а я что до этого, блядь, не танчил, ни что, ВК, что ли? Тебе хотел? Разве сказали, что ты хуёвый? Так вот сказали, тебе, конечно. Тебе думаешь, что никто так не говорил, блядь, ёбаный в рот. Сказали, ты хуёво забит, ты хуёвый танк, у тебя хуёво забито все. Или не было такого? Мне видео пишут. Это ты уже с воздуха что-то, блядь, взял. Да почему с воздуха? Почему? Я говорю, у меня видео пишут, я могу включить? Зачем такое говорить? А теперь слушаем немного. И Void, вот что я тебе точно могу сказать? Язык у тебя хуёвый, вот это хуёвое. А по поводу... ты говоришь, интересно, почему хуёвый? Нет, такого не было. Пиха, уходя, сказал, что задумайся, тебя пиздец пробивает. Все, больше ничего сказано не было. А кто это сказал тогда? Ты дерьмовый танк. Кто это сказал? Не Пиха? Ты сам, блядь, сказал. Нет, я голос еще не различаю. Нет, не сам. Оверлея нету. Могу просто по голосу включить видео на повтор, если кому интересно, кто это сказал и зачем. Ты можешь нарезку сделать и добавить ее к себе на канал. Да зачем мне нарезку-то делать? Я таким не занимаюсь. Пожалуйста, там Боря Мурдоку, по-моему, говорил. А что я сказал, это то, что он дерьмово собран. И все. Ну, одевать под босса, говорю, который бьет физой, кольцо сопрот, когда ты идешь в минус, это просто гениально. Тебе хилы говорят, я пробиваю, тебе все хилы говорят, тебе все равно, ты трогаешь развертку, а потом отмазываешь. Все равно ты говоришь, что я на дуку. Погодите, тормозите одну секундочку. Там двоякая ситуация. С палом не все так просто. Я одеваю оба кольца на резист, честно. Тут и так, и не. Он и ебет и физой, он и ебет и аурой. А потом, когда вы добиваете своих двоих, и начинается перефаза, у него все сильнее и сильнее и сильнее увеличится урон. И он ебет и сильнее, и сильнее, и сильнее с каждой секунды. И параллельно с этим увеличится и урон от магии. То есть там приятного мало. Ладно, ну так дальше что? Поговори с Гуннером. Давайте просто подождите, знаете, что сделано, если надо. У меня не были подрублены логи на сегодня. Я просто вам подрублю логи, вы посмотрите, сравните. Вот. Верно, что-то вспомните, чтобы, ну, голословных не было каких-то. Да, чтобы голословного не было вот этого, чтобы там реально было, что вот в натуре по мне 50 тысяч, как я говорю, по мне 50, а по кому-то 30, да, да, так и есть. Вот, чтобы если я такое увидел в логах, то, конечно, Тась, значит, я что-то хуёво собрал. Смотри, грубо говоря, Пиха, ну, как бы сказал Воиду, то, что его пробивает, ну, как бы Пиха пиздеть не будет.
как бы он видел то, что приседал, скорее всего, Войт, он ему это сказал, то, что как бы ты там приседаешь по ХП, не знаю, и лучше, я не знаю, там оденься, посоветуйся с Гуннером, на что он начал какую-то агрессию, непонятно. Нет, будем честны, Пиха тоже своеобразный человек. Ну, Пиха прямолинейный. Мне кажется, он просто шеей подгорел. Ты мне скажи, какого танка не пробивают? Ты мне скажи, какого танка не пробивают? Ну, сделай, извините, у меня микрофоны что-то не так. Сравнивай. А можно по одному, ради Христа, пожалуйста, по одному? Танков, которые идут в рейде, вот сейчас в очке, допустим, да? Или что? По тебе урон идет, блин, в два раза больше, чем таким же варом, только чуть-чуть немножко собранным. Может... Чает какие-то камни или что-то еще. Может, что-то у тебя недобито. И по тебе летит так, будто тебе не один моб лупит, а периодически как будто тебе два въебывают. Мысль ловил? Как будто это ключевое слово здесь, да? Я правильно понял? Тебе уже начинает вон скидывать. Давайте просто закроем эту тему и все. Да, нет, это интересная тема, как бы я не понимаю. Тут а не какого-то достучат. Танка. Нет, просто интересно, какого-то да танка неужели думаю, в два раза достучат. Меньше бьет или что? Вот мне просто интересно. Тебе уже Пиха, я не знаю, он разжевал тебе это все. Ну, Войт, серьезно. Ты начинаешь. Адрес, тебе, адрес. Тебе говорят об одном, ты говоришь о другом. Ну, давайте у нас танки просто съебут свой канал, и будут это все дело обсуждать. Как вам идейка? Мне кажется, охуенно. Обсудите, блядь, что у вас не так по шмоту, так далее и тому подобное. Считаю, охуенная тема. Лучшая идея за ночь. Вон, Сяков скинул в рейд-чат. Позиция номер 5. Или номер 6 там. А, номер 5, да. Слышали меня? Вверху, внизу, миллиард каналов, блядь. Просто собрались вместе, кому это интересно, и пошли тут. Всего, скорее всего. Ну да, вон Сяков скинул в физуху, как бы. А можете скинуть прохил по Войду? Кто там? Тимур, конечно же, потому что... Нет, просто я, конечно, не эксперт по хилам, но может ли быть такое, что кто-то просто из хилов меньше его хилил, то есть меньше ему уделял внимания, а Пиха больше? Ему уделяет больше сначала хапала, а потом, когда уже идет ну, фаза, вот, допустим, остальные... Можете хил скинуть? Я говорил изначально, что я могу пообщаться с Пихой по этому поводу в другом канале. Но... Ну, блин, Сань, смотри, там он всяко скинул хизу. Короче, нахуй! Расходимся, эро, пацаны. Алинка, не таланты в гельчат на Ршамас. Что, Алинка? Таланты, которые шаманы скинули. А можешь про хил скинуть? Вы мне еще за шаму сейчас начнете. Я только хотел уходить. Тихо. Он думает, он скорее всего думает, что у тебя нет минус 10% физы. Не вкачивай. Просто посмотреть. Стойкость перков или как она называется? Не-не, просто другой класс может их смотреть или нет, я не помню. Или только надо шаманов. Тебе надо шаманов заходить, чтобы смотреть. Не, у меня нет шаманов. Ой, бля, пиздец. Врач под ночь. Надо ретриков апнуть, блядь. Еще одна тема, давайте. Может и не надо, блядь. Мы без танков закончим апом ретриков, блядь. Сейчас мне скажут, что я еще хуёвый аршам. Вперед. Ты хуёвый аршам. Я это доказал еще 100 лет назад. Осуждаю. Принимаю. Я могу оказать, что... Я хочу сказать, господа, это все хуйня, но у нас опять был один пропущенный крик. Держу. Как вам такое? Парам-парам-пам. А вот конника бы не прослакал. Есть у меня одна идея, почему по нему летит так много. Давай закроем тему. Давай. Саня, ты слышал, что я сказал? И Войт, это самое. Тася знает эту причину. Да я вообще уже, ну, давайте о чем-то другом поговорим. О прекрасном о чем-то. Здесь то настроение падает после такой хуйни.
Настроение подумает. Ты бы слышал, что у меня Гуннер выслушивал, когда он ложился в РС. Ты что, понимал, блядь, мне Гуннер сидит показывал, что я буду танчить РС, говорит, я протанчу Халеона. Я говорю, погнали, говно вопрос. Мы, блядь, ходили в пятером, в шестером, просто чтобы просто все, сколько он будет ловить. Я тоже танчил эту фигню. Даже в Т4 еще, Т5 у меня не было, понимаешь? И видео есть этой хуйни. О, Боря, ты тоже ее дыркой называешь? Надо ретриков апнуть. Тася, давай вспомним, как я пришел к вам в гей и заебывал Гудера. Просто до беспамятства, как он, что он медленно соображает, медленно реагирует. Как он меня матом крыл. Я не знаю, как Гуннер меня выдержал все это время, блядь. Ну потом тем ничего, не нормально. Знаешь, я в эту игру играю не один день. Да здесь не надо кричать, играю, не играю. Ну вот, это к тому, что... Это к тому, что я... Это я просто тем людям, чтобы они понимали, что... Ну да, я хочу сказать. Нет! Пожалуйста! Тем людям... Тем людям обращаюсь, которые думают, что я там какой-то нуб. Я видел много раз. Я должен признаться, ребят, извини, вот. Я должен признаться, я это многим уже говорил, и я повторю, чтобы все понимали. Я полный нуб, я мейн рога, блять. Отпустите с медведя, заебали! Я только играл. Да я тоже нуб, я вообще не умею играть на самом деле. Монитор выключенный всегда, когда я играю. Я никогда не играл. Не вижу ничего, просто тыкаю на клавиатуру. Я никогда не играл ничем, кроме роги, до сих пор. Само по себе все происходит. Мне потом говорят после рейтинга. Тебя пробивает, а я включаю монитор и ничего не понимаю, что происходит. На самом деле я нуб. Включаю монитор и не понимаю, что происходит? Ну да. Ой, это знаешь, это из той же серии, когда мне сказали, что мой офспек слабо хилит. Потом открывается развертка, я выше 4 других хилов был, и почему-то хилил только танка. Ты а они танка что... вообще не хилили. Понимаешь, Кирс, вот если кто-то еще слушает, я играл тоже за хилов и за танков, и хилил разных танков, ну, которые там более жирные, более... И как бы действительно есть разница. Действительно, да, но про товары это... Нет, я к тому, что как бы действительно есть разница, там, кого как пробивают. И как бы игроки тоже есть разные, есть танк, который... Не прожмется, допустим, а есть танк, который прожмется. А что мы завтра поедем? Мам, писать не хочу. Ты писать будешь? Таня, РТ второго статика залита. А, понял. Рели посмотрю. Вары не танки. Поддерживаю. А, это имя... Все, я понял. Просто ой, надо прийти к мнению, что протовар это не просто пау, ни ДК, ни мишка. И хилить его надо просто немножко по-другому. И урон на каждом боссе он тоже получает по-разному. Просто нужно привыкнуть, что протовары не там. Да, протоваров не спекать вообще, нахуй. Не говорите мне про протоваров, пожалуйста, только при Гуннере. Да я вот я тоже хотел сказать, хорошо, что тут нет Гуннера, блядь. В смысле? Он прекрасно знает, вары не люди. Нет, все же понимают, что это прикол. Локи.